опухоли исчезают. Сегодня исцеление от рака массовое. Дух Святой, когда приходит, отступает болезнь. Там, где страх, прямо сейчас я связываю дух страха и повелеваю убираться вон именем Иисуса Христа. Проклятие рушится прямо сейчас. Я разрушаю родовое проклятие артрита. Я разрушаю родовое проклятие рака. Прямо сейчас, именем Иисуса Христа. Родовое проклятие рака разрушено. Семейное древо, которое было поражено этим духом рака, демоном. И прямо сейчас я разрушаю, разрушается родовое проклятие рака. Мне были удалены трубы и был удален яичник. И прошло время, я пошла на УЗИ, и мне обнаружен яичник. Это просто чудо произошло в моей жизни. Врачи не могли поверить, но по молитве апостола, по его слову, которое он сказал в мою жизнь, ко мне пришло чудо. Рецидива, метастаз не выявлено. Дух Святой на этой земле, чтобы прийти в жизнь каждого человека и каждому человеку показать, что Бог живой и реальный. Что Бог не просто в словах, что Евангелие – это сила Божья. Вместо плача ели и радости. Душа бывает плачет, ты ходишь, ты улыбаешься всем, но душа плачет. Душа плачет, остаешься один, рыдаешь. Ночью в подушку просто закрываешься и плачешь, и думаешь, Боже, Боже, Боже. Но Дух Святой, Он берет и помазывает тебя елеем радости. Он меняет твою жизнь.